Добрый день, дорогие друзья. Спасибо большое, что вы пришли на мой авторский концерт. Он такой в суматохе был в последние какие-то месяцы придуман. Может быть, что-то не успелось сделать. Тем не менее, я рад вас всех видеть. Этот концерт снимают. И Николай Гневшев, автор-композитор. В начале концерта прозвучит одна из моих последних работ. Она издан сборник «Собор Суздальских святых». Это 26 хоров, посвященных всем святым города Суздаля. Это музыка, которая написана на канонические тексты. Она может исполняться как и в церкви, так и в концертном исполнении. И сейчас хор Троицкого собора исполнит несколько песнопений. А первый из них – «Тропарь Суздальским святым». Субтитры сделал DimaTorzok.
Свидетелю Илариону.
в заключении кандак 5 акафиста святому благоверному Александру Невскому. Сейчас я хочу продолжить концерт, скажем, с работы первой, с опуса, почти с опуса номер один. То есть у меня было такие две части в жизни творчества. Сначала было одно творчество, а потом начался опус номер один. И я сейчас хочу спеть песню, которую, собственно говоря, ну, я как бы себя уже действительно считаю композитором. Максимилиан Волошин, как некий юноша. Известный долгий путь назначен мне судьбой.
пускай другим он чужд, я не зову с собой, я странник и поэт мечтатель и прохожий. Любимые со мной, прошедшего не жаль, а ты что за плечом со мною? И к 33 годам я издал, издал интересную историю с издательством. Сам издательство издательство музыки, сборник, вокальный сборник. В него вошли несколько циклов. Один цикл на стихи Бёрдса, на стихи Фета, и 4 баллады из немецкой народной поэзии и Лермонтова. И из него я хочу спеть песню девушки, это стихи Роберта Бёрдса в переводе Маршака. Вот, юноша был, теперь девушка отвечает. Он меня поцеловал и ушел по склонам гор. Уступы серых скал, все гляжу я с этих пор, пощади его пути, дробный дождь, трескучий град, горных гроб не звоните, на вершинах снегопад. В темном сумраке ночном
Судьба композитора, она незавидна. Или счастлива, не знаю, как сказать. Но любой композитор — это педагог. Наверное, вот я знаю только два счастливых случая в истории музыки. Мендельсон, он был сыном банкира, и Петр Ильич Чайковский, который нашел фон Мек. Все остальные преподавали, проклинали это дело или любили. В общем, как у каждого было свое. Я сначала тоже проклинал, а потом как-то полюбил и занимаюсь музыкальной педагогикой. И результат моих таких опытов личных явилась книга, которая издана в издательстве Академии 21 век, Агафонов Алексей Андреевич. Вот. И называется она «Игра в фортепиано от 2 до 7». Книга для детей, учителей и родителей. Такая методика, которая позволяет учить ребенка. Все ноты написаны мною, все стихи мною, а методика мною. Вот сейчас моя младшая дочь Матрена. Матрена, ты здесь, да? Где Матрена? Матрена здесь, да. Она исполнит из этого сборника, там есть такая пьеса, называется «Времена года». Но это для постарше людей. Она сейчас исполнит... что ты исполнишь? Что-что? Осень или что-то, я уж не помню. Весна. Осень впереди. А осень будет концерт. Снова ученики, такая удивительная семья Артемкиных. И трое детей, я их учу по своей методике. И сейчас мы их всех послушаем. Первым будет выступать Василий. Он будет исполнять страшную, просто пристрашную пьесу, которая называется «Волк». Вась, давай. Раз, два, три, раз, два, три, а я не горазит, а я танцую.
маленький ученик. А нам сейчас сольно сначала исполнить, да, что мы дрова? Будем дрова? Будем дрова. Будем дрова. До, ре, ми, фа. Купил дрова. Соль, ля, си, до. Продал ведро. Вот такая вот. Давай. Все втроем играем ансамбль, который специально для них приготовлен, сочинен, и у нас он уже получался. Сейчас мы все встаем. Сдвигаемый с престола, вспомнив небо,
Thank you.
неясно, это всякому понятно. Ты меня совсем не любишь, не полюбишь никогда. Это просто, это ясно, это всякому понятно. Ты меня совсем не любишь, не полюбишь никогда. Для чего же так тянуться не чужому человеку? Для чего же каждый вечер не молиться за тебя? Для чего же так тянуться не к чужому человеку? Для чего же каждый вечер не молиться за тебя? Это просто, это ясно, это всякому понятно. Ты меня совсем не любишь, не полюбишь никогда. Просто это ясно, это всякому понятно. Ты меня совсем не любишь, не полюбишь никогда. Для чего же я скитаюсь по столицам и иноземным, бросив город мой любимый и родную сторону? Для чего же я скитаюсь по столице и иноземной, бросив город мой любимый и родную сторону? Синтезаторные, можно и так назвать, хотя это тоже очень, очень
неправильное определение, но назовем ее электронная музыка. 16 альбомов у меня разных. Такой стык и рока, и классической музыки, и какой-то своей, в общем, традиции. Такая перекрестная вещь такая. И вот последнее законченное, незаконченное, которое войдет в целый цикл, я бы хотел, чтобы мы сегодня послушали одну вещь, которая называется, это из последнего диска «Орион», это называется вот этот саундтрек, он называется «Орион», и он войдет вот в этом году, я надеюсь, этот проект будет закончен, в целый такой большой проект, потом мы послушаем. Послушаем. Специально поставил его
обнародовать, чтобы уже как бы вот с этой точки не сойти. Придется дописывать, потому что такой огромный проект. Надеюсь, мы его услышим. А теперь еще один вот такой поворот, уже последний. Ну, я как бы не считаюсь эстрадным композитором, попсовым тем более. Там, к эстраде очень хорошо отношусь, но никогда, ну, к советской особенно, такой того периода, но никогда как бы себя не считал эстрадным композитором. А потом у меня была встреча с одним очень интересным человеком, интересным поэтом, Вячеславом Федоровичем Лажко. Это крымский поэт. И он меня буквально каким-то образом уломал, уговорил. Вот. И я написал целый цикл песен на его стихи уже вот в таком эстрадном жанре. Я сейчас попробую это вам представить. Еще шелестят листвою деревья, мне нравится их разноцветный наряд. И по лесу бродят лесные поверья, и солнцу осеннему лес очень рад. Но с боли дохнуло невидимым холодом, съежились листья, ручьи и дома. И это звучит убедительным доводом, где-то на ближнюю рощу зима. И это звучит убедительным доводом, где-то на ближнюю рощу зима. Еще паутина кожурное кружево, тепло облеченное летом хранит. И легкий порог, поднимаясь над лужею, беспечную стрункой уходит в зенит. Но с боли дохнуло невидимым холодом, съежились листья, ручьи и дома. И это звучит убедительным доводом, где-то за ближнюю рощу зима. И это звучит убедительным доводом, где-то за ближнюю рощу зима. Съежились листья, ручьи и дома. И это звучит убедительным доводом, где-то за ближнюю рощу зима. И это звучит убедительным доводом, где-то за ближнюю рощу зима. Чуть погромче, фонограмма. Еще одна песня. Сегодня обласкаю рассветом, облаками укутаю свасть и тихонько спою при этом, чтобы смерти минуты украсть. Забытый вокзал.
сейчас мы с тобой плещет море, бьется пенной волною прямой. Песнь свою допою я уж вскоре и уйду, чтобы быть мне с тобой. Слезу твою ветром сброшу, успокою душевным теплом, и тоску твою тяжкую ношу не пущу в нашу пристань дом. Летают спокойно над миром песня тихая нашей души, и широкими мягкими крыльями приголубит в уютной тиши. Своем не упусти, а порою весне
Сладаюсь я такому обману. И такое решение странно. Нелегко, легко на душе и на сердце. И звучит удивленный сердцем. А порой весне дает пору, обнимает меня время грусти, и багрянцем укутались горы, но осень свое не упустит, а порою весне дает пору. Спешу другой усталый,
туда, где ветер в листьях, где бьет прибой о скалы, туда, где море чары, доска получше доли, нем гим знакомый старый, песня судьбе и воле, туда, где море чары, доска получше доли, мотив знакомый старый, песня судьбе и воле. Доска получше доли, мотив знакомый старый, песня судьбе и воле. Спасибо. Спасибо большое. Николай Гневш, приходите на концерты. Приходите больше, приходите с друзьями. Приходите.